Ну как ты думаешь, с чего все началось? Все началось, когда в нашем классе появился Антон. Он такой опасный. Девчонкам такие нравятся. У меня плохое предчувствие. Кажется, что случится что-то ужасное. Наш сын слишком благоразумный. А может, мы про него вообще ничего не знаем? Скажи, ты опасный человек? Надеюсь, что да. У них все было хорошо. Это благополучные дети, понимаете? Они тихие, спокойные дети. Я тебя ненавижу. Иногда мне хочется, чтобы вас не было. Как это умирать? Очень страшно. Ваши дети выросли. Голова! Гори в аду! Чего вам не хватает? Doors, I'm a fool for your love.